Привет всем, с вами Даша, и сегодня, как обычно, обзор интересного проекта. Всем приятного просмотра, не забудь подписаться на мой канал, пиши комментарии, ставь лайки. Итак, проект Matrix All Network. Основанная в 2016 году, представляет собой платформу распределенных вычислений с открытым исходным кодом и операционную систему, объединяющую искусственный интеллект и блокчейн. Проект направлен на повышение скорости гибкости, безопасности и интеллекта блокчейна. Он предположительно способен поддерживать 50 тысяч транзакций в секунду и использует механизм консенсуса гибрид Proof of Stake плюс Proof of Work. Токены MAN добываются и используются для работы реальных приложений. Благодаря своей инфраструктуре, построенной с использованием методов искусственного интеллекта, Matrix революционизирует пользовательский интерфейс, выполняя интеллектуальных контрактов и делая весь процесс быстрее, проще и безопаснее. Matrix предлагает прорывные технологии в построении очень гибких сетей с цепочкой блоков, которые поддерживают непрерывную адаптивную самооптимизацию и многоцепную совместную работу, а также транзакции. В дополнение к рафторингу блокчейна с помощью искусственного интеллекта, Matrix также позволяет использовать его возможности. Майнинг для приложений с большими данными на основе искусственного интеллекта путем решения сложных алгоритмов. Это берет большое количество энергии, потребляемой типичными расчетами рабочих проверок, и позволяет им напрямую увеличивать ценность для всего мира и для приложений, которые будут работать в цепочке Matrix. Посмотреть данный проект можно на CoinMarketCap. На данный момент токен MAN стоит больше 2 центов и продолжает расти. Рыночная капитализация при полной эмиссии составляет 21 миллион 360 долларов. Циркулируемое предложение монет MAN составляет 214 миллионов. Максимальное предложение монет 1 миллиард. И общее предложение монет, которые уже были созданы, составляет 647 миллионов. На этом мой обзор подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забудь подписаться. Увидимся в следующем видео. This time, we will introduce Matrix Wallet App, a mobile cryptocurrency wallet with basic transaction functionality and useful AI applications. Now, let's explore how to use Matrix Wallet App. Create or import a wallet. If you yet have a Matrix wallet, please click Create a new wallet. After setting up your wallet name and password, you will see the mnemonic. It is recommended to write down the mnemonic, a series of words on a sheet of paper, rather than screenshot it. Then you can keep this paper in a safe place. If you already have a Matrix wallet, please click Import an existing wallet, and you can use both mnemonic or private key to enter your wallet. Main transaction. You can check your main asset on the homepage. Click the symbol main below, and then you will see two columns named Send and Receive respectively. If you want to send tokens to others, please click Send. Input the recipient wallet address and the transaction amount. Click Transfer. Enter your wallet a password and click Confirm. If you receive tokens from others, click Receive to check their wallet address.